Еще одно полицейское задержание. К 9 годам лишения свободы приговорен экс-следователь по особо важным делам финансовой полиции Султанжан Азизов. Аналогичный срок получил его сообщник Даниар Зикиров. Сегодня суд вынес приговор по делу бывшего финполовца. По данным следствия, 10 апреля 2012 года следователь финансовой полиции Оралбеков возбудил уголовное дело по факту лжепредпринимательской деятельности в отношении компании Energy Pro. С санкцией прокурора Карагандинской области был наложен арест на расчетный счет этой фирмы. Подсудимый капитан департамента финансовой полиции Азизов, не имея прямого отношения к расследованию данного уголовного дела, выяснил координаты представителя фирмы и потребовал заплатить ему 550 миллионов тенге взамен на помощь в прекращении уголовного дела. Работал Азизов не один. Своему сообщнику, безработному Зикирову, за содействие в преступных деяниях он обещал вознаграждение в размере 100 миллионов тенге. Тем временем бизнесмен обратился с заявлением о вымогательстве взятки в Управление собственной безопасности Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью. Изначально Азизову вменяли коррупционное деяние, но позже обвинения переквалифицировали на мошенничество и подделку документов. Деяния подсудимых Азизова и Зикирова охватывается единым умыслом с четким распределением ролей, где каждый являлся соисполнителем группового преступления. Более строгим, окончательно Азизову Султанжану Маликжановичу назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.